Куда ни глянь, опять бардак и недород. Разброд, шатанья, скверная погода. Начальник родины обижен на народ. Не повезло начальнику с народом. Секретари на полусогнутых ногах. Волокордин кормильцу в зубы тычут. Начальник родины с народом не в ладах. Народ весьма ему не симпатичен. Нету крамольникам горше печали, чем то, как воспряла страна. Чем успокоится сердце начальничьи, казнь ли, парад ли, война? Начальник верхнею губою дернет вновь из лимузина, глядя на столицу, без удовольствия, поскольку здесь давно так пахнет бунтом, впору застрелиться. В обед поест без аппетита постных щей, черкнет указ о празднике и танцах, потом порвет его в сердцах, чтобы вообще по городу не шлялись волтерианцы. Нету крамольникам горше печали, чем то, как воспряла страна. Чем успокоится сердце начальничьи, казнь ли, парад ли, война? Чины и кары надлежащие раздав, он за полночь сидит в своей гостиной, подумав, что царь Ирод был-то прав. С протестом разобравшись превентивно, уснет к утру, шумит за окнами гроза. А может, это гром аплодисментов, но снова мальчики кровавые в глазах и девочки-подростки в белых лентах. Нету крамольникам горше печали, чем то, как воспряла страна. Чем успокоится сердце начальничьей, казнь ли, парад ли, война?